Рассказывая о Средиземноморском побережье, нельзя не упомянуть о городе цветов. Произведения художников Рагонара, уроженца Граса, можно увидеть также в его музее – Музе Рагонара. Грасс – мировая столица парфюмерии, является столицей Восточного Прованса. Этот городок производит душистые масла. Они используются при производстве французских духов. В городе находится музей парфюмерии, а также крупные фабрики знаменитых династий – Галимар, Малинар и Рагонар. История производства духов насчитывает уже более 4 веков. Раньше в Грассе производилось сырье для парфюмерии, а теперь здесь производятся самые изысканные духи. Именно здесь рождается европейская парфюмерная мода. История парфюмерного производства в Грассе насчитывает уже более 4 веков. В 16 веке сюда переселились ремесленники из Италии, перчаточники. По итальянской моде они пропитывали перчатки душистыми веществами для придания приятного запаха. Курорт Грасс зародился с благоволения королевы Виктории и сестры Наполеона Полины.